Так, привет, народ. Мы вчера с мамулей ездили в Ашан. Ну, поехали на самом деле в Леруа, потом мы решили зайти в Ашан, и мне еще нужно было в Леонардо. Это я отдельным видео сниму, что купила, и тоже сюда прикреплю к этому видео. В Ашан мы, собственно, зашли, только-только начали покупки свои совершать. Сейчас покажу, что успели взять. Там, я не знаю, что там случилось, какой-то, короче, сигнал пошел, типа как пожарная тревога. И потом по громкой связи голос всем сообщил, что магазин по техническим причинам закрывается и покиньте, пожалуйста, здание. То есть не просто магазин, а вообще здание покиньте. В общем, я не знаю, что там случилось, но все начали быстренько на кассу передвигаться. И, в общем-то, по сути, я-то пошла в Ашан за всякой канцелярией. И до канцелярии мы, собственно, не добрались вообще. Мы только буквально зашли и вот все, что успели взять. Вот так, и, значит, я вам покажу, что мы успели взять. Значит, замороженные, ну, это были охлажденные, у нас, собственно, сейчас уже замороженные шейки для супа. Потом вот такой окунь замороженный. Я думаю, вес, цены, вы все видите сами. Так, из заморозки был еще, я взяла вот такую, как она называется, брюссельская капуста. Хочу овощной супчик сделать. И вот еще брокколи тоже. И в суп, и так, в принципе, тушить прикольно. Ой, извините, это я еще болею. Так, и еще из заморозки решила взять ассорти из морепродуктов. Мне очень нравится, знаете, с макаронами, там вот, тушить в сметане. Такие, как сказать, что-то итальянское напоминает. Вот, значит, из весового я тоже решила взять такие цветные макароны. Уж больно они мне нравятся. Причем крупные именно. Такие, видите, ракушки. Они зеленые, но зеленый почти незаметный цвет такой. Красные и обычные. Вот. Мама себе взяла еще вот такой рулет. Она почти его съела уже. Вот я не ем рулеты. Потом из-за съестного, что еще мама тоже взяла себе вот такую, как это называется, вобла вяленая крупная. Вот. Вот тут 44 рубля, по-моему. Да, вот что-то ей захотелось в облы. Ой, извините. Так, я еще взяла вот такие вот питы. У нас в магазине я искала, в магазинах раньше были в Пятерочке, но сейчас нету. Короче, взяла такие питы. Хочу, ну, маме с собой на работу поделать мини-пиццы. Ну, она просто сказала, что никогда такого не ела и я ей такого не делала, поэтому надо исправить ситуацию. Вот. И, собственно, сейчас уже сейчас переставлю. Пойдут товары не о еде. Так, ну, во-первых, тут не надо ничего говорить. Таких я взяла 3 штуки. Вот. Как бы я люблю именно эту марку, потому что у меня на нее нет аллергии. А на все остальные у меня аллергия. Вот. Так. Потом еще вот такие, как они, каждодневки. А тут как бы смысла никакого нет, потому что они без, если вот эти вот идут с пропиткой, ромашковой, то вот эти, они вообще просто обычные, без всякой пропитки, поэтому не вижу смысла переплачивать. Тоже 3 упаковки.
Вот. Чек я вам покажу, наверное, попозже, потому что я не знаю, куда я его задевала. Вот. Себе я присмотрела вот такой шампунь. Облепиха Сиберика Professional. Питание и восстановление. Тоже слышала о нем отзывы вообще, о марке Сиберика хорошие достаточно. Я посмотрела, в составе здесь нет СЛС. Ну, я вам, наверное, вряд ли покажу, если тут в составе СЛС, потому что у меня, видите, не берет вообще так близко. Ну вот, вот так вот. Видите, тут, в принципе, тут по составу. Сейчас попытаюсь держать, что написано. Экстракт пихты сибирской, экстракт кладони с неждой, мукаранское масло, масло семян сибирского льна, экстракт диплазиума сибирского, экстракт кедрового стланника, экстракт арктической розы, экстракт арктической малины, масло алтайской облепихи. Ну и витамин Е, витамин H, витамин А. В принципе, лаурилсульфата я что-то здесь не вижу, поэтому взяла. Тем более, что у меня сейчас как бы очень сильно выпадают волосы. Вот, а здесь восстанавливает структуру, написано, запечатывает поверхность волоса защитным слоем, то есть эффектом ламинирования, делает волосы густыми и плотными, облегчает процесс расчесывания. Ну, посмотрим, ну, тут для ослабленных, поврежденных волос написано. Посмотрим, как бы я взяла на пробу, потому что стричься я как-то не очень хочу, а волосы у меня страдают. Вот, потом взяла еще вот такое, появилась моя паста Сплат. Я только ей сейчас пользуюсь. И у меня кальциевая. Ну вот, кальциевой там не было. Я взяла лаванда септ какой-то. Такой не видела ни разу еще. Ну, видите, все написано. Мощная защита от бактерий, эффективная профилактика заболеваний десен. Биоактивная зубная паста. Ну и там что-то еще на ценнике было написано, что она защищает структуру зуба. А еще для волос взяла вот такие вот две штучки. Они, по-моему, рублей по 60 были. Извините. Домашние рецепты, фирмочка, против выпадения и для окрашенных и поврежденных. Ну, собственно, и то, и другое мне подходит. У меня и окрашенные, и поврежденные, и выпадают. Вот, укрепляющий, восстанавливающий комплекс хочу попробовать. Здесь и здесь содержатся масла разных. Ну, вот, здесь видите. Масло шиповника, виноградной косточки, растительные керамиды и пантенол. И здесь масло миндаля, оливы, протеин шелка, провитамин В5 и ПП. ПП вообще слышала, что очень хороший какой-то витамин. В общем, хочу попробовать. Тоже вот, может, тут посмотреть, что они предотвращают. А здесь 8 ампул, я так понимаю, что каким-то ну, вот, с этими маслами в составе. И вот, собственно, как оно все это дело делает. Ну, тут содержимое одной ампулы, не знаю, видно, не видно. Массирующим движением нанесите на кожу головы и волосы у корней. Для лучшего впитывания наденьте шапочку. Оставьте на 30-40 минут, затем вымойте голову, используя привычный шампунь. Применять 1-2 раза в неделю в течение 2-3 месяцев. Ну, в принципе, это на неделю, я думаю. Но учитывая, то есть если я попробую, если на неделю, знаете, сколько, 1-2 раза в неделю, 2-3 месяца, получается 8 ампул, это как раз на месяц. А тут 2-3 месяцев. Ну, в общем, в течение месяца попробую, если оно действительно
как-то улучшит структуру волоса, то я, наверное, куплю еще, чтобы завершить комплекс. Или используете две как раз таки, будет 2 месяца у меня по срокам. Вот. Или буду чередовать одну такую ампулу, ну, чтобы попробовать вообще. Если действительно работает, то напишу там, потом расскажу вам в пустых баночках. Готовлю тоже такую рубрику. Видела других девчонок. Мне нравится тоже такая рубрика «Пустые баночки», что понравилось, что не понравилось. Поэтому решила тоже свое сделать. Появится она у меня скоро, я думаю, до Нового года, потому что я вообще не так часто чем-то пользуюсь, так, чтобы у меня прям коробки и банки накапливались. Но думаю, что сделаю. Вот, пока что это все. Вообще мы много всего брали, и я что-то не пойму, куда делся чек. Вставлю его потом в видео. Наверное, фотографии или уже в начале другого видео. Вот, пока что вот такие покупки получились. Вот. И хотели еще Алиски там посмотреть. Я хотела посмотреть наполнитель, может быть, какие-то игрушки, потому что ей она все свои растеряла, ей прям нечем заняться. Вот, но в связи с эвакуацией посетителей магазина мы так до этого и не дошли, собственно. И все, что я хотела купить в канцелярии, тоже как-то прошло мимо. Вот, в общем, пока вот такие покупки. До новых встреч. Еще вот, ребятки. Взяли, собственно, мы пошли в Леруа за лампочками. Взяли вот такие лампочки. Так, сейчас. Вот, а такие обычные совершенно лампочки 60 ватт. По-моему, они по 9 рублей, что ли. Ну, это мама у меня такие берет, как бы мне вообще без разницы. По-моему, 7 штук. Вот, и сейчас найду. Где-то тут был чек. Вот чек. Сколько они тут? Да, а по 8,40. Вот. Вот такой получился. На 58, на 60 рублей. Собственно, тоже прикол получился. Раньше, помните, как было, приходишь в крупный магазин покупать ту же лампочку, и ты прямо на месте мог проверить, работает ли она. Вот, в Леруа теперь сделали такую фишку, что ты сначала покупаешь лампочку, а потом проверяешь, работает ли она. И если она не работает, ты идешь в отдел всяких, как это называется, претензий, пишешь заявление, что ты купил только что лампочку, и она не работает, и тебе ее меняют. Это просто вообще... Кто это придумал? Это мега гениальная вещь. Я просто вообще от такого офигела. В жизни такого нигде не видела, чтобы сначала вещь покупали, а потом проверяли ее. Ну, обычно же как в магазинах, повторюсь. Ты прямо на месте проверяешь, работает лампа или нет. Вот там есть такой, как сказать, основа вот эта, куда ты ее вкручиваешь. Теперь ее везде все убрали. И это просто смешно. Я прям офигела, когда услышала, что лампу сначала нужно оплатить, а потом проверить уже. Это вообще просто ужас. Ой, еще забыла вам показать. Взяли в Ашане такие вот головы кур. 2 пачки. Это для кошек на дачу. О, 2 пачки. А у нас на даче что-то порядка 20 кошек, и они там голодные все время, это мы сторожу отдаем. И вообще все, что какие-то отходы от производства там куриц, колбасы, остатки, это все не выбрасываем, а отдаем сторожу на дачу, чтобы кошек там кормил. Вот. Так, все отрывками снимаю, потому что сказала, что не помню, куда я делала чек. Еще вспомнила, что мама брала себе вот такую, что это такое, колбасятину,
Вот швейцарский сказал, что очень вкусный. Так он выглядит, это я и посоветовала. Потом вот такая вот, что написано, великорусская. Тоже как бы я посоветовала, потому что тут просто чистые куски мяса и небольшие жирки. Вот тут. Тоже сказала, что понравилось. И вот такая вот по-королевски или по-королевски. Сказала, что не понравилось. Не стоит она своих денег. Вообще никакая колбаса. Вот. И я себе брала паштет из печени. Я обожаю печенку и в любом виде, и вообще, и паштет просто безумно люблю. Вот такой с кусочком масла я очень люблю. И они в рулетах бывают в обычном магазине. И не только в рулетах. И еще взяла себе видно. Мясо свиных голов. Вакуумная упаковка. Здесь вот 400 грамм. Но не помню, насколько вышло. Чек я вам потом вставлю, когда его все-таки найду. Вот. Такие были мясные покупки.